Вот, короче, забазал. Будем тестировать трехмосковый. Вот такой вот автомобиль. Ничего, я немного катался на нем. Как-то вообще офигенный. Вот. Первое задание. Ступеньки. Кстати, что-то передний привод не работает. Ну вот. На лестницу заезжаю спокойно. Вообще не напрягаясь. И зада. Вообще не напрягаясь. По людям везде тоже не напрягаясь. Не замечаю. Просто не замечаю. Как отдыхающий. Почему не замечаю? Ну вот это, кстати, получше. База короче. Не получше будет. Воу-воу. Он перепрыгнуть можем, такой забор. Сильно вот потестик не будет. Скоро не надо ехать. Ну прям вообще турбовая. Турбовая вот эта вот. Веселее прет. А проходимость, в принципе, такая же, как у той. Ну, где покататься. Надо в городе там потестить. Я сразу чувствую, даже без города, что проходимость лучше. Тут не работает впереди. Так у меня вот и все повисло хуям. Вот и же да.